Пример повторных публичных слушаний по застройке есть в Златоусте. Там жители отстояли участок земли в центре города. На территории бывшей швейной фабрики появится сквер, а застройщик хотел возвести там торговый комплекс. Мои избиратели считают, что в настоящее время в районе проспекта Гагарина расположено избыточное количество торговых помещений различного формата. Люди добились повторных публичных слушаний и выступили против строительства на проспекте Гагарина очередного торгового комплекса. В итоге большинство проголосовало за отмену возведения нового ТК. Проект останется лишь на бумаге. Властям придется отменить решение о строительстве.